прямо сейчас. Ну, вы знаете, вопрос сложный. То есть, понимаете, если бы я доверял вот на 100% нашим правоохранительным органам, нашей судебной системе, я бы, наверное, сказал «да». Да, потому что, понятно, там, наличие смертной казни, оно не само по себе как наказание, да, а как возможность наказания, ну, наверное, как на людей может воздействовать. Да. Но поскольку я, к сожалению, не могу сказать, да, что я на 100% доверяю нашим правоохранительным органам, да, и нашей судебной системе, и, честно говоря, вот, очень боюсь, да, что если такая вещь вернется, да, то... На ком она скажется, как она скажется, кому будет реально применяться, там, смогут ли настоящие преступники избегать наказания, да, и отыгрываться на ком-то другом. Поэтому я, честно говоря, вот в таких обстоятельствах я считаю, что смертную казнь возвращать нельзя. Да? Другое дело, я бы на самом деле, я, это известно, к сожалению, да, но я думаю, что немногим. Очень многие преступники, осужденные на пожизненное, просят, вообще говоря, применить к ним смертную казнь. Да? Потому что условия содержания действительно тяжелые. Да? И вообще говоря, вот об этом люди должны знать. Да, что, ребята, может быть, смертной казни нету, да, но то, что ждет тяжелых преступников, оно на самом деле ничуть не лучше. Вот об этом я бы поговорил.